Привет, друзья, с вами Кэрдекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Party Hard 2. Мы с вами остановились на том, что зачистили клуб и выполнили, в принципе, все задачи, вроде бы как. И нам выставлена новая локация под названием бар. Нам нужно убрать торговцев, убрать байкеров, убить их всех, что меня немножко смущает, забрать деньги из сейфа и подкупить панка. Пока нихера непонятно, но мы попробуем разобраться. Так, эту часть мы, по-моему, видели, да? Была куча убитых. Да-да-да, там до интервью осталось 13 дней, по-моему. Самое смешное, что они знают, кто убийца. Бляха, здесь лягуха ходит. Так, пацан разбрасывается баблом, с ним все понятно. Смотрим, что у нас вообще... Видите, насколько низко находится бар? Что за подсказка? Killer Help. Вы можете вызывать различные происшествия, используя плакаты. Ага. Посмотрели плакат. Что-то произошло в телефоне, машина уехала. Давайте проверим. Цирк Фаби Фауна с участием медведя. Вызвать цирк. Давайте. Оно само всплыло, я ничего не делал. Получил ачивку. Где цирк с медведем? Так, люди побежали. Куда побежали и почему у них напряженное состояние? Я выполнил задание вызвать цирк. Окей. Так, давайте откроем контейнер, подберем зажигалку. Здесь пока никого убить не можем, к сожалению. Так, этот прибуханный товарищ. Жаба кутит теперь тут. У вас тут есть что-то, что поломать можно? Ну, чтобы вы тут страдали. Открыть сейф, я не знаю комбинацию. Окей. Через люк я могу быстро туда пробраться. Так, хорошо. Так, я вижу медведя. Я так понимаю, медведь сейчас с ума сойдет и их всех сожрет? Медведь говорит вау? Что? Так, здесь можно спрятать тела. Там охранник, проход вниз. Так, охранник медведя пропустил, а меня? Мне он дал в щи. Охранник, за что, братишка? Ну, ты смотри, я сейчас наберу говна, я ж тебя потом в пыль превращу. По идее, нам надо убить 66 человек. Я думаю, что мы здесь надолго. Главное теперь не умирать. Так, давайте по самым закуткам полазим. Можно запустить двигатель. Твою мать, запустил двигатель. Начали, мне кажется, за здравие. Так, хорошо. Когда машина приезжает, то машина не раздавит всех, когда мы цирк вызовем. Вот сейчас она раздавит всех. Комбо десяточка, да? 10 человек сбрили за один раз. Машина там еще и рванула, да? Неплохо. Еще один умер. Отличненько. Так, можно я здесь пройду? Меня покоцало чуть-чуть. Так, надо вызвать цирк теперь. После того, как жахнули машину, вызываем цирк. Твою мать! Меня за что-то, алло! Алло! Так, медведь пошел, а что с него толку, я пока понять не могу. Ну окей, пусть будет медведь. Может, он их там сейчас сожрет просто в главном танцполе, кто его знает. Так, ребятки, у вас здесь что, сломать автомат с жвачкой? Он просто начал бить током, да? Окей. Нет. Он еще и рванул и загорелся в придачу. Пока он для нас бесполезен. Так, сломать музыкальный аппарат, сейчас минус 3 будет. Так, цирк, да, отходим, 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 отходим. О, хорошечно, минус 5 где-то, да? Ну, сейчас они все прогорят. Так, посмотреть подсказку, что у нас здесь? Коктейль Молотова с помощью горючки и, собственно, бухлишка. Горючка-то есть, давай заберем. И выпивка есть. Сейчас переключим, скрафтить. Ага, и у нас еще бенз остался. Так, приехали менты. Сейчас будут расследование проводить. Мы пока просто гуляем, мы не при делах. Так, а здесь что? Это у нас ночной клуб группы Hawks. Вечеринка в честь открытия. Окей, к этому мы еще доберемся. Я, кстати, не узнал зрение. Ой, бомбанем сейчас там, походу. Главное, чтобы меня не жахнуло. Так, мы в клуб зашли нелегально. Сломай, текай. Сейчас посмотрим, что произойдет. Оу, щит, мэн. Беда в том, что там был, по-моему, пан, которому мы должны были взятку дать. Или бабки дать в целом. Но он, к сожалению, скончался.
Давайте я тут типа с вами потушу, я не при делах. Чтобы не вызывать подозрения у ментов. Давайте я еще кальянчик подожгу. Ой-ой-ой, какие они все переживающие, слушайте. Сейчас кальян жахнет, давай. А у вас здесь ничего жахнуть не может, да? Ну окей, с вами потом разберемся. Там еще один кальян есть. Все, менты разобрались. Вроде бы когда, но, наверное, им этой инфы не хватило. Они какого-то левого типа хотят запаковать, чё? Неплохо. Так, давайте следующий трек. Типа мы задействованы в процессе. Так, куча народу, которого нам надо перебить. Туп залеты. С этим ясно. Тут нет быстрого перехода. Вот быстрый переход был бы очень-очень-очень нужен. Так, там есть какая-то штука, ну подождите. Возможно, это быстрый переход. Хотя он отмечается как быстрый переход. Нет, Мэтью Сигель. Торговля оружием и наркотиками. Хранит личные вещи в сейфе. Код 2508. Спасибо большое. За это вам большая благодарность. 2508, окей. Пока никого не режем, хотя могли бы на самом деле. Тут же места схрона отсутствуют. Но здесь можно бомбануть клапан. Пока, жабка. Я не при делах, честное слово, я вообще мимо проходил. Так, еще бенз есть. Давай сюда. Бенз нам пригодится. Бляха, здесь опять целая толпа стоит. Так, багажник машины, мы можем кого-то спрятать. Записали. Так, подобрать таблетки адреналина. Пока не нужны. Мадам, раз вы сюда пришли, спасибо вам за это большое. До свидания. Ты тоже хочешь смерти, да? Я не уверен, они через окна меня будут видеть или нет. Как ни в чем не бывало, в принципе. Пока кипиша нет. Пока кипиша нет. Воу! Пацаны, все нормально. Обыскать багажник. Спрятать тело. Там что-то лежит, но я это забрать не могу. Там какая-то штучка мигает. Самое смешное было бы реально. Приехали менты, а мы им в багажник спрятали труп. Вот это был бы ор. Так, куча мертвечины опять. Забирайте, это нам не надо. Так, а здесь можно чекнуть багажник? Не. Какого-то пацана хотят запаковать. Что самое смешное, он по сути не причастен. Газовая граната. Хм. Это интересненько, ну погодите. Так, а с этой машиной что-то можно сделать? Ну, эти тела спящие, по идее, можно позабирать, что-то с ними придумать, но я особого смысла пока не вижу. Так, бочка для схрона есть, еще выпивка. Осколочная граната. Так, ну-ка, подождите. Просто проверим. Сейчас аккуратненько сюда становимся. Пацаны, у меня для вас сюрприз. Хотите немножечко развлекухи? Блях, я не брось. Сейчас главное, чтобы угол не мешал. Во. Покедово, пацаны! Так, никто не знает, что произошло, да? Так, твое тельце было бы куда-то спрятать, конечно, хорошо. Так, ладно, комбинацию уж мы знаем. Подобрать бабос. Дальше что? Три байкера, четыре торговца. Убить всех и подкупить панк. Но панка мы уже, я так понял, не подкупим, да? Так, менты самое смешное, что не приехали. Хотя мы, мать его, осколочной гранатой сожгли четверых, по-моему, да? Ок. Так, товарищи, давайте я вас это... немножечко перемещу в нужное место. Поймите меня правильно. Было бы смешно, если бы можно было спрятать. Ну да ладно. По сути, в бочку, по-моему, нас три человека влазит всего лишь, да? Иди сюда, мой сладенький. Я понимаю, что устал, с этим ничего не поделать. Сейчас, тихо, на. Покедово. Аккуратненько, беспрепятственно. Зачищаем весь этот смрад.
Покедова. Так, и давай тебя тоже заберем отсюда. Сейчас надо теперь быть максимально аккуратным, мы все-таки уже половину людей снесли. Так, отличненько. Бенс пока здесь пусть полежит. Мы можем сжечь ребят, которые находятся в... А, стоп, на зажигалке нет. Проблемка. Проблемка маленькая такая есть. Меня смущает, что у нас только один быстрый переход. Вот этих бы ребят как-то сжечь, но мне кажется, что мы кипиша поднимем слишком много. Так, охранник же меня не пустит, да? Давайте с той стороны обойдем. Я бы вас всех деструкнул, но вы же сами понимаете. Хотя, знаете что, давайте попробуем вот так. А, зажигалки. Твою мать. Не все так просто. Так, им тут совсем плохо, я понял. Проблема в том, что вот в этой области нет места схрона. Куда спрятать трупик? Так, это куда-то вызванивает. Вызвал ментов таки, сволочь. Я вот этим могу, в принципе... Бляха, тут медведь танцует, ёпрсете! Молодой человек. Пошли со мной. Здесь нет места схрона, бляха. В туалет же я его не смою, правильно? Вот здесь быстрый переход есть. Э, куда слез? Назад я могу, да? Да, я могу сюда. Держи свои руки при себе. В смысле? Я просто тебя сонного перенес. Что ты ноешь? Так, сейчас попробуем перенести. Я сомневаюсь. По-моему, через схрон мы не можем пройти. Он мне леща дал! Че, охерел совсем? Че? За что? Почему? Медведь, что с тобой делать? Ты нам можешь как-то пригодиться? Так, он ко мне идет, да? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди, 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 иди. На тебе ножом в голову, собака такая, ну. Но медведю вроде похер на наше убийство, так что... Это нам еще на руку. Так, спрятали. А что здесь? Управление полиции ХБ разыскивается за убийство, имя оторвано. Ну ок. Нужен труп. Медведь решил тут потанцевать. Медведь, ты вообще в норме? Я не знаю, что с тобой делать. Так, быстрый переход туда, сейф мы лупанули. Давайте я еще ящичек открою. Но как-то надо вот там всю комнату растеребить, но я не знаю, как это сделать. И зажигалки у нас нет. С ней бы было чуточку проще. Так, давай в быстрый переход. Так, добрый день, что у вас здесь? Никто не хочет зажигалочкой поделиться? Я могу сейчас в целом рискнуть, но, бляха, это плохо закончится, мне кажется. Если мы сделаем вот так... Они просто ушли. Они просто, мать его, ушли. Коктейль Молотова вообще по бубну. Окей. Так, тихо, тихо. Чё все забегали? Спокойно. Меня смущает больше факт того, что мы не можем спрятать вот здесь трупы. То есть здесь бы я этих всех пацанов забрал, но прятать их некуда. Они там опять бьют друг друга. Так, что с вами можно... О, вот этот курит, дружочек. Да уйдите все отсюда, чего вы сюда все идете? По идее, я их могу двоих лупануть, но мне кажется, вот эти заметят, которые на дороге стоят, ребята. А-а-а! Сложная ситуация. Так, у нас там еще есть, да, нычка? Так, а ну-ка, молодой человек. Так, спрятал, как ни в чем не было. Заходи сюда. Да заходи, не бойся. Я не убийца, честное слово. Ну подумаешь, я в маске, но я просто не палюсь. Можно было бы здесь масуху, но нужна зажигалка. Тут они слишком часто и много бегают. Охранник вроде бы в нашу сторону не смотрит, но... Так, здесь еще и барыжа от наркотой, отлично. Стоять. Стоять, псина. Нет, если его сейчас убью, будет только хуже. Так, максимальный разрез, стекаем отсюда. Нет, меня спалили, собака. Так, а есть шанс, что меня не найдут? Просто интересно. Видимо, такого шанса нет, и быстрого перехода здесь тоже нет.
Бляха, по новой. 45 человек задели, ну. Окей, прихраним машину до последнего. Прихраним машину до последнего. Мы теперь знаем, где есть быстрые переходы. Кстати, вот это странно, что не быстрый переход. Медведя тоже не трогаем, я его профита не понял. Может, его можно как-то в ярость вести? Чтобы он начал уничтожать? Так, использовать. Нужен предмет. Прекрасно. Так, давайте сначала сюда сгоняем. Здрасте, господа. Дайте пройти, спасибо. Стоп, я не здесь нашел, да? Би-би-боб-боб-би-бип. Вот здесь был, да? Так, 25.08. Все, информация записана. А, ребятки, держите сразу разрыв жопы. Сейчас будет хороший минус, скорее всего. Очень хороший минус. Немножечко истерии нам не помешает. Так, у вас здесь что, тоже мегатусич? Давайте я вам помогу с тусичем. Не благодарите, всегда рад помочь. Так, опять менты прибыли. Здесь точно нужно будет подождать, чтобы машины разъехались. И чтобы как можно больше людей стояло на перекуре. Тогда мы сможем сделать истинную грязь. Так, текаем аккуратненько. Так, товарищи, с вами мы как-то распрощаемся. Так, вам еще гранату кидал, по-моему, да? Вы к гранатам вообще нормально относитесь, я так понял. Так, становимся сюда. Добрый день, ловите гранат. Уйдите от полиции, в смысле? Мне уходить никуда не надо. Ой, хорошо, да как? Я так понимаю, он не успеет позвонить, да? Он, может быть, и очень хотел бы. Но он чисто не успел. Так, давайте ломанем сейф. Так, бабосик есть. Подкупить панка, подкупить панка. Панк, 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 панк. Тихо, скоро, тихо, тихо, вы слишком резкие. Так, обыскать. Алкашка. Алкашка, какое прямое действие? Кислотная выпивка. Ну, все, что здесь бросается, оно не такое хорошее, как было до... Как казалось, что будет. Вот сейчас надо, наверное, машину запустить, да? Сейчас еще врачи повыходят. Машинка вперед. Ой, хорошечно, да как? Менты, там ваша машина горит. Вам норм? Кстати, у ментов больше нет машины, что они будут делать? Или за ними приедет еще одна? Так, они там пытаются кого-то покануть. Передумали? Интересно, реально, что они будут делать? Машины нет? Нет, просто гуляю, если что. Они просто ушли с локации. Я понял. То есть машина для них вообще не помеха. Так и запишем, так и запишем. Кого-то они пытались скрутить, но, видимо, не получилось. Так, вызываем медведя. Цирк выезжает. Так, что с вами делать, друзья? Так, выкинь труп. Отлично. Как будто бы ничего не было. Там больше никто не тусит. Замечательно. Надо подкупить панка. Я не знаю, какого из них. Но он где-то здесь ошивается, вроде бы. Ребята, у меня нет второй колонки, чтобы вас жахнуть хорошенько. Поймите меня наконец-то. Так, ты тот, которого надо подкупать? Нет, ты не тот. Интересно, мне охранник люлей даст, если я выйду из заведения? Когда я зайду, он даст, это понятно. А вот когда выйду... Надо сейчас еще кондей проверить. Кондей надо проверить. Мне кажется, что он должен как-то нам на руку сработать. Так, ты тот поц? Нет. По-моему, мы уже убили того панка. В который раз. Здесь мы ничего не сделаем. Вот эту дорогушу можем рубануть втихаря. Окей, давайте протестим сначала то, что я думал. То, что я думал, кондей. Нужен предмет. Вот собака, она не указывает, какой предмет. В этом вся печаль. Что именно нужно туда заложить? Медведь, ну ёпта. Давайте я попробую медведя коцнуть. Медведь мертв. И все. Что толку от него?
Ладно, разберемся, наверное, когда-нибудь. Я, по идее, могу сейчас охранника попробовать забрать. Нет! Собака, стоять! Замечен был. Оп, все нормально. Там охранник мертвый, ребят, кто-то убил охранника. Чёрт не я. Честное слово. Я мимо проходил. Так, полицаи, с вами все понятно. Перерезать всех по одному, в принципе, можно, но, бляха, их надо выискивать в тех местах сложных. Так, они нашли кого-то? Да, они кого-то сейчас паковать будут. Дурачье. Кстати, интересно, если я убью, но с трупом ничего не сделаю. На меня глаз падет у обвинителя или нет? Вот, допустим, вот этот товарищ. А, вас здесь двое, ЮПРСТ, да что же вы творите? Понятно, один башкой трусит, второй прыгает. Пока все предельно логично. Давайте проверим бутылочку тогда. Дружочек, я не знаю, что эта бутылочка должна с тобой сделать, но прими ее как дарбу. Она просто испепелила человека. И что самое страшное, звук еще пердит до сих пор. Так, а ну-ка, если она пройдет. Не, ходить, значит, по кислотам. Ай, больно, но можно. Так, ну вот, допустим, я ее зарезал. Ушел отсюда. Кислота реально дамажит. Так, полицаи выехали. Пацаны, что там произошло? Рассказывайте. Я что-то упустил, да? У вас там какой-то экшен? Так, вот ее, допустим, зарежу. И отойду себе спокойненько. Скорее всего, по трупам меня найти не могут, а спрятать труп нужно именно в момент, когда нас запалил какой-то челик непосредственно. В любых других случаях... В смысле? Мразь. Он как-то нашел связь между мной и убитым только что. Ага. Но это нехорошо. Это нехорошо. Просто если нам придется ныкать всех, кого мы убиваем вручную, это будет очень плохо. Очень плохо. Так, сейчас, наверное, приедут еще раз. Или не приедут. Так, сейчас вылезем назад. Вроде бы пока норм. Давайте быстренько чик-чик-чик-чик-чик. На которой метка была, заберем. Я боюсь, что из-за этого пацана меня тоже спалят. Так, сейчас легкие восстановятся. Легкие готовы. 3, 2, 1, побежали. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот эти сволочи бухи еще просыпаются периодически. О, дружочек. Иди сюда. Ничего личного, опять-таки. Отдыхай. По-моему, в бочку трое влазило. Бляха, эта кислота меня когда-то убьет. Нормально, нормально, нормально. Дополнительно спрятали, чтобы лишний раз не привлекать никого. Иди сюда, сладкий. Опять до 40 человек дошли. Окей. Поспал, называется. Я не знаю, что внутри с ними делать. Вот серьезно. Это большая-большая сложность у нас сейчас будет. Так, эти дебилы напились, херней маются. Так, мадам. Ничего личного. Сейчас мы здесь ящички еще проверим. Так, бабло и светошумовая. Возможно, кстати, светошумовая может хорошо сработать. Но опять же, я просто не знаю, как работает предмет. Но если я правильно понимаю, мы можем ослепить, оглушить ближайших, куда кинем гранату, и их всех перерезать, и они ничего не заметят. Ну, это мне так кажется. Так, бенз у нас есть, зажигалки у нас как не было, так и нет. Давайте еще один рисковый шаг. Попробуем вот этих в VIP-комнатке товарищей немножечко слепануть и перерезать. Но мне кажется, это плохо закончится. Они ваншотнулись? С
Скорее всего, это просто массовый стан. То есть он не имеет ничего общего с убийством. Скорее всего. Так, сбежавший медведь. Правило выживания. Заведите друга, который толще вас. Да-да-да. Так, они вышли с этой комнаты. Не все, правда, но вышли. Каковы ваши действия? Метательный нож. Ну ок. Метательный нож сойдет. А что здесь? Вентиляция? Что это? А? Оно отмечено, но оно не работает. Это, видимо, вентиляция, связанная с кондеем. Но я с ней не могу сейчас ничего сделать. Я, написано, здесь еще что-то могу бомбануть. Но это же не так. Еще раз. Видите, там нарисован значок бомбы. Но фактически я ничего не могу сделать. Могу ударить ножом, но я сомневаюсь, что это сработает как нужное действие. Окей, это оставляем. Так, оттуда мы людей выгнали, охранника мы убили. Так, дружочек, тебя, наверное, заберем. Ты слишком радуешься жизни, не надо так делать. Так, мусорничек забили. По-хорошему, основные цели у нас убить еще двух торговцев. И все будет чики-пуки. Все будет чики-пуки. Но как же их отсюда, мать его, вытянуть, забрать? Неизвестно. Его тоже здесь огромное место. Но куда сныкать труп, места нет. Отчего очень грустно. Так, они отсюда разбежались. Нам от этого ни жарко, ни холодно. Так, мужик, проверим на тебе. Ножики любишь? Так, ваншотнули. И ножик я назад забрать не смогу, да? Вот это обидно. Немножечко, так сказать, обидно. Так, коктейль Молотова есть? Только не говорит, что они сейчас на меня вызвали ментов. Он же не может никак знать, что я его убил. Он просто увидел труп, правильно? Сейчас я спрячусь туда, куда менты точно не пойдут. Мне кажется, мое расположение вообще никак не связано с тем, найдут меня менты или нет, ну ладно. Так, они там что-то пошерстили, побегали. Допустим, вроде тишина. Вроде бы норм. Так, вижу еще одну барыгу. За барыгой надо будет последить. Если я сейчас просто на танцпол брошу коктейль Молотова, то мне кажется, это плохо закончится. Что-то мне подсказывает, что меня спалят. Но это не точно. Мы можем скомбинировать на самом деле. Просто берем топливо. Подними назад. Держите, ребятки, вам понравится, я вас уверяю. Самый лучший в мире механизм. Давай дальше. Ладно, и так сойдет. И вот теперь мы кинем коктейль Молотова. Вот туда, куда ты кидани. И текай. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Никто не сгорел, вы серьезно, что ли, собаки? Как? Как это произошло? Так, барыга накачанная, давайте барыгу заберем. А, бляха, тут челик идет мешать нам сейчас будет. И спрятать здесь тоже негде. Вы не против, я просто с телом прогуляюсь? Тело! Алло! Я не закончил с тобой гулять. Нам нужно следить еще двух барыг. Они как раз оба сейчас на танцполе будут. И их куда-то, собственно, пихнуть. Так, развлекайтесь. Надо как-то ее отсюда хапануть. Вся беда в том, что в туалете нет места, где можно ее сныкать. Мне в лицо дают. За что, друг? Брат, за что? А, видимо, за то, что я барыг таскаю, да? Он недоволен. Я украл у тебя барыгу. Так, кладем сюда, режем. Прячем, отлично, минус одна барыга. Почему я слышу звук костра? Пацаны, что горит? Вроде все нормально.
Так, товарищ барыга номер два, ты мне нужен. Хватит плясать. Это что? Это тело? Я к нему не причастен. Не надо меня в это заводить, пожалуйста. Обида в том, что я не могу их вынудить отсюда уйти. Иначе мы могли бы страшную вещь сделать. Надо дождаться, пока он допляшется. Другого варианта нет. Надо все-таки узнать, что закладывается в кондей. Ребят, вам здесь норм, да? Здесь трупы, а вам похер, да? Ну ок. Так, барыга пошел, возможно, сейчас спать ляжет возле кальяна. Ты не в ту сторону лег, пес. Так, сейчас отдышусь быстренько. Давай. Погнали. Попробуем другой вариант. Положить его сюда. И сломать технику. Но! Сволочь такая. Оно взорвется, или еще что должно произойти? Сейчас просто я туда зайду, и оно жахнет по всем правилам. Или надо вторую запустить? И шо? И к чему это должно было привести? Он просто встал и ушел, мать его! Ну естественно, естественно оно взорвалось, когда нахер не должно было взрываться. Так, дружочек барыга, ты мне нужен. По факту из основных целей ты последний. Твою мать, и вторая взорвалась. Ядрен батон, мать его. Я могу его зарезать, но здесь слишком много свидетелей. Слишком, мать его, много. Чё ты верещишь, нездоровая? Сейчас тоже потанцуем? Парень, всех худел, я... Так, все, перестали танцевать. Нет, они пока сами не передумают. О, ты правильным путем идешь, товарищ. Иди куда-нибудь сюда. Так, он увидел труп, сейчас будет звонить. По-моему, если телефончик красный, тогда мне жопа. Если телефончик зеленый, то в принципе плевать. Если я не ошибаюсь. Поэтому гуляем все свободненько, не палимся. И будет нам счастье. Так, дружочек, у тебя есть куда здесь спрятать? Опс, рвануло. Стоп, это еще один... Еще одна полная канистра. Неплохо. У нас там еще граната какая-то лежит. И шокер, по-моему, есть. Но мне кажется, что шокер привлечет внимание. Поэтому, наверное, с ним баловаться не будем. Опять бабло. Там снизу что-то, да? Так, это у нас осколочная граната. В принципе, то, что врач прописал. Опять же, надо было, наверное, попробовать набрать канистру воды. И сделать мега адище просто. Так, где товарищ, который нас интересует? Блях, он в очень дебильном месте лежит. Ладно, наша попытка последняя в любом случае. Либо пан, либо пропал. Где он делся опять? Та ёпар СТ. По идее, все, что мы бросаем, оно улетает беспалевно, как я понял. Поэтому беспалевно бросаем ему прям под ноги и уходим. В смысле, оно ударилось об другого тела? Так, минус 3. Да, я не спален. Замечательно. Так, мне сейчас надо обратно вырваться. Обратно. Там сейчас, правда, менты будут, но есть шанс его рубануть беспалевно. Так, ребятки, менты, я вообще гуляю здесь. Я отдыхаю. Спасибо. Где он делся? Он назад пришел, твою мать. Правильно, правильно, иди наверх, 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 быстрее, 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 вот сюда, вот сюда, вот сюда. Фух, я успел его спрятать. Покинуть локацию, все, текаем отсюда нахер. О боже, последнюю секундочку. Ну, это уже локация посложнее однозначно.
Эта локация однозначно посложнее. Holy shit! 20 минут. Так, что мы еще сделаем? Выполнить комбо 5, комбо 10, комбо 15, уйти от полиции. Я не знаю, в какой момент мы уходим от полиции, серьезно. То есть это они просто приезжают, не определяют нас как нарушителей и все? Сожгите 5, сожгите 10. Вызвать цирк, плюс 100 нам дало. А, вот что за зеленые значки в заданиях. Вызвать цирк плюс 100, это очень приятно. В любом случае, нужно будет попробовать все-таки взять либо канистру, либо еще что-нибудь. И сделать так, чтобы мы сожгли просто, ну, всю территорию, всю возможную. Мне кажется, будет топчик. Так, это мы с вами все равно увидим. Пока что, ребяточки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забываем комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. Встретимся мы с вами уже в следующем эпизоде. Пока-пока.